Моменты из жизни разных людей, защищавших нашу родину от фашизма. Картины на стенах Одинцовского историко-краеведческого музея показывают целые истории. Их запечатлели ученики детской школы искусств «Классика» и собрали выставку под названием «Как мои родные помогали побороть фашистов». Я нарисовала старшего брата моего прадедушки, Борасдова Казантимира Идрисовича. Когда он ушел на войну, ему было 19 лет. Он был пограничником. Я нарисовала своего прапрадедушку Колю. Он был военным летчиком-командиром. Я изобразила моего прадеда Григория, который был санитаром. Возил, собственно, на машине раненых и убитых. Я изобразила своего дедушку, который воюет на Курской дуге. Около 2 месяцев ребята трудились над своими шедеврами. Необходимо было не только представить художественный талант, но и узнать о жизни своего родственника, прочувствовать его судьбу. Это оказалось непростой задачей. Мы работали над ней долго, честно. Тяжело она у нас шла. И вообще очень тяжелая эта тема Великой Отечественной войны, когда дети не знают истории, когда дети не знают, что это такое страх войны, когда летят бомбы, когда свистят пули, что такое голод, холод. В каждой работе ребята написали небольшой рассказ о своем родственнике, защищавшем родину. Картины передают всю горечь утраты и гордость за подвиг советских солдат. Они действительно горды тем, что их родственники, несмотря на тяжелые обстоятельства, своими силами, как это было возможно, помогали действительно приблизить победу в этой страшной войне. Это видно и по картинам, это видно и по текстам, которые прилагаются к картинам. Действительно, там чувствуется, что дети не просто так описывают историю какого-то своего родственника, своего предка, они гордятся. Такая выставка была организована в музее впервые, но без сомнения найдет большой отклик у посетителей и станет постоянной. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».